Активисток, протестующих против свалки Воловичей под Коломной, оштрафовали. Ольгу Евсееву и Екатерину Устинову, протестующих против завоза иногороднего мусора на местный полигон Воловичи, оштрафовали на 5000 рублей после задержания на акции протеста. Об этом сообщила одна из активисток, как передает издание «Такие дела». 28 марта в поселке Первомайском под Коломной полиция задержала более 20 человек, собравшихся на пикет против мусорного полигона Воловичи. На двух девушек завели дело по статье 20.2 КоАП. «Нам назначили минимальный штраф по этой статье 5000 рублей. Мы будем обжаловать приговор, потому что доказательств никаких нет. Этим делом они просто попытались запугать народ, показать, что не стоит высовываться», сказала Евсеева, которую задержали на акции вместе с 11-летней дочерью. 25 марта, после очередного выброса свалочного газа, жители решили перекрыть дорогу к полигону Воловичи. И уже 29 марта директор свалки Владимир Плесунов уволился по собственному желанию. Мы будем следить за самыми последними новостями. Подписывайтесь на наш канал, и вы будете в курсе всех самых новых событий. Всего доброго и до новых встреч!